чего начать мою историю, чтоб вновь не повторять слова знакомые, чтоб людям дать понять. Рассказ мой истинно, мне нечего скрывать. С чего начать? Как вам объяснить, что иногда живется так, как хочешь жить, что иногда бывает должно быть. Как объяснить вам, что такое полюбить? Как объяснить без слов и фраз, которым слов привык любовь в нас? Не то, что у других, и мой рассказ взят низ. Пусть берегут и сохранят века тепло твоей руки в моих руках. Началась давно моя история, но знаю я одно: пусть не проходят без возврата. Итак, сударыня, вы его жена. Да. Со вчерашнего дня.